В селе Калачи, страдающем от приступов сонной болезни, очередной уснувший. Это 15-летняя школьница, которую доставили в Есильскую районную больницу в выходные дни. Немногим ранее после галлюцинации заснул 8-летний мальчик. Всего с начала заболевания мучающего жителей села зарегистрировано 53 больных. Причем некоторые из них впадали в спячку по несколько раз. Над раскрытием тайны болезни бьются различные специалисты, в том числе из Института радиационной безопасности и экологии. По словам заместителя председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Тимура Жантикина, МАГАТЭМ дает высокую оценку институту. Сейчас в селе работает очередная группа научных сотрудников, но пока безрезультатно. После продолжительной работы медиков один из вариантов, возник такой вариант, что, возможно, это связано с повышенным радиационным фоном в связи с добычей урановой руды в 90-х годах, вот недалеко от поселка. Там ближайшая шахта расположена, по-моему, где-то около 500 метров. Каких-то аномальных выбросов там радона или повышения фона не было. Поэтому мы до сих пор придерживаемся мнения, что прямой связи между сонной болезнью и радиационными факторами нет.